Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella TH Incorporated. Вескер с вами на связи. У вас вторник, у нас продолжение. Лара Крофт, Shadow of Tomb Raider. Напротив гигантской ящерицы судьбы. В общем, я понял, мне нужно попасть вот на тот пьедестал. Вот как мне на него попасть, я без понятия. Я сначала думал, может вот эту штуку включать. Но я понял, что мне нужно перепрыгивать с зоны на зону и как-то попасть вон туда, на тот уступ. Хотя, может быть, здесь я смогу... А может, я попробую сейчас допрыгнуть до уступа? Вот это у нее навыки левитации. А почему, кстати, за уступ не зацепился? Уступ-то есть? Должен сработать? Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. Ладно, пошли тогда по этому. Я бы его бы зацепил бы, этот поток. Давай, есть. Давай, есть. Давай. Еще чуть-чуть. Там был, кстати, фальшивый этот краб. Там был фальшивый краб. Поэтому можно было бы заметить. О! Откроешь нам зубки? Эй, ты куда? Ушел. У меня, кстати, джойстик до сих пор вибрирует. Он прям жутко так вибрирует на весь этот огонь. Нужно перекрыть этот поток. А, это второй путь. Это альтернативный путь был. Так, стоп. А где перекрывать? А, вот перекрывашка. Вот реально, он так вибрирует, он постоянно вибрирует. Либо он меня заключил, я не знаю почему. Так, все? Близко не подхожу, не хочу сгореть. Он реально... Мне надо перебраться. Переберешься, вопросов нет. А главное бы понять, к чему это все повернуло. Я понимаю, что мне нужно двигаться между вот этими. Не показалось, я слышу Виндиго. Сейчас переберемся, Лара, успокойся. Три минуты... А, да. Мне надо перебраться. Три минуты с самого горячего геймплея. А нам еще нужно будет потом здесь как-то выбираться отсюда. Судя по тому, что я здесь наблюдаю, здесь несколько проходов. Здесь вот уровень очень вариативный. По крайней мере, здесь на каждом этапе по два пути как минимум. Давай. Вот, молодец. Пасть игуаны уже рядом. Там наверху что-то есть. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. Да перекрыть-то перекроешь. Только вот вопрос в том, что нужен-то поток другой. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток.
В общем, там что-то есть. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. То тут, видите, есть этот крепеж. Я только не понимаю, для чего. Ну ладно, допустим. А, стоп, подождите. Отсюда... А, может туда, как вариант. Ладно, давай сначала перекроем. Пойдем по ее пути, как она говорит. Давай, 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 давай. А веревка сгорит наша? Так, подождите, видимо, не туда. Я, походу, немножко сглупил. Я боюсь, как бы веревку не сожгли. Вот в чем суть. Я вот этого побаиваюсь. Это было бы, кстати, прекрасным таким милым дополнением. Что веревка может... А, кстати, она сгорит там вообще? Да, зону прям обдают огнем. Надо понять, куда мне двигаться. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Давай, 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 давай. Давай, спускайся. Мне наплевать, что твоя веревка сейчас сгорит. Я не вижу, за что бы мне зацепиться. Она вот туда тянется. Но я сомневаюсь, что ей именно туда надо. Но, к счастью, ее веревка, по крайней мере, не сгорает. Это уже успокаивает. А, вот там, куда надо. Но я не уверен, что я до тут допрыгну. А, мне нужно было тут пролезть каким-то путем, запрыгнуть и зацепиться. Вот оно что. А я решил идти вниз, ладно. В общем, мне надо было вот так обойти, поверху полезть. Нет, могу попробовать пойти сейчас другим путем. Есть у меня одна идейка. Хочу попробовать. Тут есть альтернативный путь. Тут два всегда пути есть. Тут два всегда пути. Можно поджариться, а можно более экстравагантным путем. Вот. Пути всегда два. Вне зависимости от ситуации. Это меня радует. Вот. Вот это-то я и видел. Вот сюда-то нам и надо было. Так. Вот и альтернативный путь. Тут столько золота, кстати. Золото ведь, кстати, очень мягкий металл. Почему оно не плавится здесь? Совершенно. Я вот это вот не пойму. Ладно, ставим на место. Эй, ты куда? Наверху, в пасти каймана. Спасибо, а то не догадались. Фу,
тут много альтернативных путей. Будем сейчас все-таки просматривать, наверное, каждый по возможности. Я постараюсь. Мне надо перебраться. Нет. Не зацепляет, не хватает. Значит, только прыжки. Мне надо перебраться. Вот. О, тут, походу, был еще какой-то подъемник такой же. А он разбился. Сколько уже? 10-11 минут мы сейчас чисто здесь продолжаем. Ну, я имею в виду в этом эпизоде, в этой локации. А там у нас целый час ушел только вот именно на всю... Ну, не на саму вот эту конкретную локацию славы, но на большую часть этого подземелья. Я записываю все подряд сейчас, поэтому вот такую оценку делаю. Так, теперь нужно закрепить здесь все. Так. Мне надо наверх. Давай. Поджарюсь. Нужно перекрыть этот поток. Так, ладно, у нас хотя бы один поток. Мне надо наверх. Давай, залезай. Ну, хотя бы второй поток сломался, за это и респект. Так, и куда? Мне надо наверх. Я понимаю, что тебе наверх-то надо, а я что тебе сделаю сейчас? Разве что прыжок веры делать. Мне надо наверх. Ага, вижу. Так, давай, повернись, Лара. Так. А, вон туда давайте. А оттуда я допрыгну. Нет, повыше, повыше. А оттуда я допрыгну. Давай быстрее. Ну, хотя можно не быстро. Получается, у нас 5 эпизодов, что ли, выйдет? Ну, так, если посмотреть, мы только на одно вот это задание утратили. А если второй будет скромнее... Так. Ну это уже в духе класси... О! Это вальс. Это вальс. Тут раз, два, три. Раз, два, три. Смотрите. Раз. Да. Тут надо прямо вальсировать между вспышками огня. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай сгори, Лави. Мне проще. Не осуждайте. На самом деле вернется на точку верхнюю. Нормально будет. Так, раз, два, три, 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 раз, два, три. Не зацепилась. Там можно было, кстати, в бок уйти. Дайте в бок попробуем. Так. Раз, два, три. Три, раз, два, три. Раз, два, три. А, черт, слишком. Надо Надо просчитать примерно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот и короткий путь, и не надо было возиться. Кстати, а тут вообще есть какие-то дополнительные ценности, чисто из любопытства? Нет, тут вроде ни к чему это не относится.
То есть все, что можно было найти, мы нашли так и так. То есть это вообще не относится как бы к делу. О, это главный выход. Наконец-то. Спасибо, только не жри, пожалуйста. Активация пасти льва. Куда дальше? В эту дверь, наверное. Наверное. Вулкан. Изготавливайте сжигательный патрон для дробовика, поджигая врагов. Спасибо. Спасибо. О, кстати, заметьте. У него даже во рту инкрустация вот этого самого краба. Он настолько любит крабов, что сделал татуировку себе во рту. Так. Фу. Мне что, на вершину вулкана, что ли, тащиться? Они спятили. Эй! Не захотел. Не захотела. Да уж. Ну ладно, хотя бы дверку зарегистрировали нам, за это спасибо. Нет, вот это вот, кстати, реально очень муторная вещь. Отчасти здесь реально должна быть температура под 5000 градусов. Я понимаю, что лава — это великая игровая условность во всех играх, абсолюте. Я не припомню ни одну игру, где магма имела бы реально свои физические свойства. Даже в Майнкрафте вот она не имеет адекватных, так сказать, свойств. Хотя нет, знаю одну игру. Сабнаутика. Вот там магма реально имеет относительно реальные свойства. Там, конечно, условная механика выдерживания температуры как бы объясняет факт того, что почему главный герой не может зажариться сразу. А также его субмарина. Вот там да, но если ты без защиты, то ты там зажаришься только в путь. О. Нам сюда. А, это краб, но я на всякий случай вот эту возьму. А то мне что-то некомфортно. Видимо, краба забрали отсюда. Давай. О, я же чил. Черт. Ложись! Вот оно, парни! Точно по плану! Да какому плану? Где последний? Где еще? Давай, 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 вот так вот. Не будешь лезть ко мне сюда. Ничего не кончилось. Видите, я говорю, они ко мне лезут. Так. Туда! Вперед! Вперед!
Иди полежи. Прилег. Так, давай-ка. Где-то еще один остался. О, знаете, как разлегся. Аж. О! О, новенькие пошли. Пока! Ну и где они все? Ага, вижу. А, вот ты где, иди сюда. Мимо. Так, иди сюда. Вот я не зря эту винтовку взял. А, ты последний, что ли? Так, и куда мне идти? Дорога перекрыта. Иди поплавай в лаве. Вижу. Сначала со снайпером. А ну иди сюда. Иди поплавай. Я приношу жертвы ихним богам. Так, ладно. Так, последний. Ну-ка, минуточку. Какого ляда у тебя? У тебя недостаток патронов. Ты о чем? А, это может пистолетные патроны? Так, давай-ка вот это бы. Да, это пистолетный патрон, видимо. Жумар. Так. Прежде чем поставим эту штуку на место, давайте сначала все болтаем. Тут наверняка полно всего, я хочу все изучить. Да и деньжат тут можно пособирать. Уверен, немало. Вот видите, валяется сколько. Ну реально интересное место. Не пособирать, не побегать здесь, но это кощунство было бы. Да, я ненавижу гринд, вы это знаете меня прекрасно. Но это не отменяет того факта, что здесь, ну, нельзя не пообследовать. Мало ли, может, какой-то интересный документик где-нибудь валяется, а я его упущу. Заказ. Ну, кстати, реально все из золота. Вот это расточительство. Вот это реально большое расточительство. Все из золота. Нет, ну это кто так делает? Ну, нет, конечно, понятно, кто делает. Вот они сделали же. Но это реально расточительство. Тут столько золота потрачено.
Так, больше нигде ничего не валяется. Вроде нет. Так, это, я так полагаю, братец. А тебе надо покормить. Эбби, я в храме Зипакны. Они тут меня поджидали. Украли краба, чтобы заманить меня в ловушку. Господи, ты не ранена? Да нет. Я в порядке, и краб теперь на своем месте. О, прямо гора с плеч. Спасибо. Надеюсь, ты не опоздала. Скажи Ионе, я скоро буду. Да. Сейчас второе сразу значим задание. Я еще пока не смотрел на эти квесты. На меду на это. На эти испытания. Ну, посмотрим. Ну, смотрите, 26 минут. То есть, получается, общее время вот этого доп-задания 1.5 часа. 1.5 часа. Вот только одного задания. Ну, с учетом вот этих переходов. Ну, переход там минут сколько прибавляет. 5 максимум. Вот такой вот переход максимум. То есть, можно вот... У нас было 3 перехода, включая вот этот. Ну, минус 15 минут. Ну, час 15. Но там еще, если надо до Иона надо добираться. Что-то у нас зачесался, не знаю, в чем дело. Может, на кофе аллергия. Хотя у меня вроде не должно быть аллергии на кофе. Вот это вот реально очень интересное задание. Необычное. В духе классической Крофт. За исключением того, что обычно Лара в таких случаях забирает артефакт всегда. Вот если посмотрите все... Игры по Ларе. Кстати, ссылочка на другие наши игры. Вообще, ну, по золотой трилогии, там, в первую очередь, по Ларе Крофт. Плюс по другим играм по Ларе. Там, Лара Гоу и так далее. Вы обратите внимание, что вне зависимости от ситуации, что бы ни делала Лара с артефактом, в конечном итоге этот артефакт всегда у нее сохраняется. То есть она всегда находит способ забрать этот артефакт. Даже вот в такой ситуации она бы забрала бы этот магический краб. Конечно, у нее ссылочка на этот краб здесь останется, это понятное дело, что он у нее был. Но одно дело ссылочка, а другое дело то, что у нее в поместье Крофт реально бы все эти хранились бы. Гневливый бог, вернитесь к Ионе. Сейчас вернемся, да не вопрос. О, чеку. А вот это я не видел ранее. О, вот это надо собрать. Нет места. Ничего не могу взять. А, ну да, на это у тебя места никогда нет. А на это есть? На щит надо. Щит нужен. Полезная штука. Вот сейчас у нас практически подкачалась по полной. Почти по полной подкачалась. Так, давайте сюда сразу заглянем. Нам, конечно, дадут еще очко. Да, у нее уже 3 очка навыка есть. Что брать будем? Клыки змеи, наверное, надо бы. Дольше оглушающий эффект. Давайте вот это возьмем тогда уж. Ну, если уж оглушает по полной, хлопок боа. От лука сейчас толку доль. Я основным оружием пользуюсь. Чтобы выбрать дробовик, удерживайте РП, чтобы изготовить оглушающую шрапнель. Необходим черный порох и запчасти. Смотрите, практически все прокачали. А сейчас мы, наверное, еще очко одно получим от Ионы. Слушай, я будто в Far Cry вернулся по музыке и по атмосфере. Гильярм, я в порядке, я в порядке. Ионус. Значит, все это была подстава? Да. Да, они сидели в засаде, ждали, когда я приду с крабом. Ха, это можно счесть за комплимент. Ну они да. Они в тебе не сомневались. Спасибо тебе, Лара. Краб вернулся на законное место. Пепла больше нет, толчки прекратились. Как это мило. Не уверена, что это все моя заслуга. Но все равно, милость богов лишней не будет. Когда в твоей жизни случается что-то хорошее, надо радоваться. Это да. Да, мы поняли, Иона, мы поняли без слов.
О, респект. Спасибо. Для нее это важно. Эбби тебе очень признательна. Знаешь, у нее неповторимая улыбка. Эбби тебе очень признательна. Знаешь, у нее неповторимая улыбка. Я за него рад. Это мужская солидарность. Да, мне нужны ваши деньги. Смотри, что у меня есть. Оглушающий шрапнель. Давайте я куплю лучше. Тебе точно понравится. Золото можно продать. Я оставлю себе немножко. Мало ли где пригодится. Отлично. Тебе точно понравится. С этим проблем нет. Это легко добывается. Я только 10 штучек оставлю. Так нас обоих устроит. Нормально, нормально, норм. Норм, норм. Норм пока, норм. Норм, норм. О, вот здесь, конечно. Ну, это лечит. Шкура ягуара. Подождите, у меня шкура есть? Приятно иметь или с тобой дело. Или я добыл по ходу дела. Так, минуточку, хочу кое-что проверить. Во-первых... Это сразу сюда. А что, продал, забрал бесплатно. Деньги, оборот. Денежный поток. Так. Во, да, нам дали. У меня 6 шкуры. Почему не считается-то? Или нужна особая шкура? Ну, здесь обычное очко. Ладно. Идемте возьмем второй сразу квест. Не будем отвлекаться на мелочевки. Мне кажется, здесь будет попроще. Надо будет залезть наверх. Видите, сколько здесь лесенок переходов. Вот что с этим связано будет что-то. Что расселся? Хозяйство всем показывает еще. На, прямо вот у входа. Смотрите на мое хозяйство, ноги так расставил. Лара, подойди. Иду. Так, если ты хочешь организовать свидание с Ионой, я тебе не помощник. Тут и не пахнет наживой. Кто понял цитату, пишем в комментариях. Эбби, у тебя тревожный вид. Что случилось? Не то, чтоб случилось. После того, как ты ушла, Пилар дала мне бабушкины тайные дневники. Я их почитала. Там много всего. Ты не сможешь сходу выучить все, что знала Мариана. Нужно время. Да? Да. Однажды ей приснился сон. Видение из будущего. Она описывает женщину точь-в-точь, как ты. О. Само собой, не хочу вдаваться в подробности. Пока. Как завершится конфликт с Амару, когда судьба ларца и ключа будет решена, давай встретимся здесь. Хорошо. То есть... Пока я не закончу ситуацию с Амару, ты работать со мной не будешь. То есть сейчас даже после финала у нас будет дополнительный эпизод. Финал, но не конец. Люблю такие моменты. Люблю такие моменты. Обожаю их. Это прям прекрасно. И у нас сколько? 34 минуты. То есть в прошлом я потратил час. И по факту я мог бы там закончить чуть пораньше. И прошел бы здесь. И там вот минус 10 минут. Здесь плюс 10 минут. Тут было бы 45 минут.
Так, получается, еще 10 минут надо что-то потратить. Ну, в принципе, мы можем сейчас заняться тогда главным квестом. Так. Спасите Колкуи. Подождите, не-не-не, вот. Великий Кайман. Нет, не тот. Испытание. Прыжки в воду. Нет, подождите, что-то не то. У нас есть задание, конечно, но... Испытание-то испытание. Ну, если так посмотреть, кстати, они не все выделены. Значит, получается, есть закрытое испытание. Где задание Бигейл? Я вот не могу его найти. Так, это прокачка, это навыки. То есть я не могу пока взять это задание. Никак. Ладно, давайте отправимся в Кубок Яку. Но прежде я вот здесь сначала быстренько все скипну. Если нам скажут переодеться, переоденемся. Так. Отлично, вроде скипнул. Да. Так, перемещаемся. Я, честно говоря, надеялся вот это задание пройти попозже. Точнее, пораньше. Потому что помните, когда вот мы с вами проходили Shadow of Tomb Raider... Вот, точнее, Rise of Tomb Raider, восхождение последницы гробниц в Китежграде, в Сибири. Там было задание, связанное с Бабой-Ягой, то есть допник. Вот это, скорее всего, оно и есть, аналог его. Обидно, что... Обидно, знаете что, что нам адекватно, ну, не дают свободу воли. В этом прохождении. Реально не дают. Хотелось бы, но не дают. Ну ладно, тут пару минут походим туда-сюда, Самару займемся. С другой стороны, закрыли гигантскую пасть крокодила. Вообще, кстати, точнее, Каймана. Вообще забавно. Очень напоминает Великий суд египетский с Аманет. Точнее, ну, где-то... Аманет. Который пожирает сердце на Верховном Суде египтян. Если так посмотреть, у верований в разных религий, если в рамках игр, конечно, смотреть, нет, ну и в рамках реальности тоже, у языческих очень много схожего. Твое сердце сожрут, Великий Суд, Многобожие. Реально очень много схожего. Это говорит о человеческих страхах. В разных концах света они одинаковые. То есть, как ни крути, люди сами по себе очень близки друг к другу по духу. Но при этом они готовы друг друга палками-камнями забивать острыми, чтобы чисто сказать, что их религия верна, а ваша нет. Хотя по смыслу одинаковые. Нет, реально, это очень забавно. Если только вы не атеисты. Если вы атеисты, у вас религии нету, вы адекватные самые люди на Земле. Как долго грузит? Оно же переодевается там, что ли? Ну ладно, сейчас возьмем задание-то. Слушайте, пока она грузит, мы уже 45 минут протянем. Он, кстати, до сих пор вибрирует. Почему ты до сих пор вибрируешь? Объясни, пожалуйста. Можешь мне его зажать? Нет, он просто переключается между режимами, но он продолжает вибрировать. Так, а у вас что? А, воин снова здесь. Спасибо, что помогла нам. Пожалуйста, ты мне еще одно очко дал за приятный разговор. У тебя как? Спасибо за все, что ты сделала.
Может, в следующий раз мы пойдем вместе? Да... Собирайся, выходим. Вопросов нет. Порох возьму. Так, а мальчонка где? Стоит, план готовит. Точка невозврата. После разговора с Эцли быстрый переход будет недоступен до конца кампании. А, то есть это чисто быстрый переход. Ну и отлично. Как идет составление плана, Эцли? Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому Каменному мосту прямиком к пирамиде. Броситься к ним — лучший вариант, чтобы начать схватку, но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее. Но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Риск есть всегда, но полагаю, это лучший вариант. Хорошо. Комбинированный тогда... удар, ну да. Отдавай приказ. Собирай людей. Идем. Есть, ваше высочество. Пушок еще не оторос на яйцах, а уже ведет целую армаду. Раньше такие были вожди в древние времена. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Бонд. Лара Крофт Бонд. Крофт. Лара Крофт. Это на удачу. А что это? Не надо. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Сделай. Спасибо. Будь осторожен. И ты, птенчик. Учитывая сцену его и Эбби, это была самая неуместная сценка из всех, что я когда-либо видел. Знаете, я как бы и сам бы мог бы прыгнуть. Но они бы не дали мне походить по тому коридору. А учитывая, что тут подводка, водное плавание. Ладно, пойдемте поплывем. Хотя, в принципе, у нас же сейчас с вами 43 минуты, да? Ну да, в принципе, можно чуть пораньше закончить. Тем более, мы тут пока в воде, пока там целое озерное плавание. Дайте, кстати, осмотрюсь-ка. Ну, какое-то новое местечко. Ладно, ребят, давайте пока на этом с вами сегодня прервемся. Как раз уже 44 минуты. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки. Пишем комментарии. Обязательно проходим по всем ссылочкам наших социальных сетей и подписываемся. Там все бесплатно. Там чисто, чтобы мы с вами были на связи. Телеграм, Бусти, ВК, Дискорд. Дискорд, ВК и Телеграм. Вот прямо три без этой платформы. Это прямо у каждого. Это обязаловка у всех вас, ребят. Почему? Потому что так мы с вами будем на связи и... будем иметь информацию по поводу дальнейших видео. Ну и заодно будете смотреть, как я пытаюсь пока на данный момент, когда я записываю этот ролик, тщетно все-таки, но все же я пытаюсь создавать параллельные трансляции. Там на Twitch и так далее, и в Telegram. Буду смотреть, будем пробовать. Ладно, ну пока что с вами был Вескер, Umbrella Technologies. До скорой всем встречи. Всем пока, удачи. Увидимся.